Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Каждый год в Курске в честь памяти курянина, героя России Андрея Хмелескова, отдавшего свою жизнь во время исполнения служебного долга на Северном Кавказе, проходит фестиваль военно-патриотической песни. В 2021 году поучаствовать в фестивале решили не только исполнители из Курского региона, но и Смоленской области и Москвы. Увы, но из-за ограничений пандемии гала-концерт пришлось проводить в закрытом формате. Расширяется география участников, расширяется, скажем, возрастной даже ценз. Вы сегодня увидели, сотрудники органов внутренних дел принимали участие. А это говорит о том, что дело или подвиг Андрея живет в сердцах, и мы помним и уделяем этому большое внимание. Но отметим, что почетным гостем мероприятия стала мама Андрея Хмелескова Ирина Николаевна, которая получила особую награду от Совета ветеранов внутренних войск и МВД России. Из года в год я присутствую и очень благодарна Совету ветеранов МВД и руководству Дворца пионеров, ОМОНу, который очень поддерживает нас в любой ситуации. По результатам конкурсных испытаний обладателем гран-при фестиваля стал студент Курского музыкального колледжа-интерната слепых Фомичев Илья. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас!